Привет! Как дела? Сегодня мы будем собирать полочки, которые мы привезли из Хофф. Помните, я показывала вам ролик? Если кто не помнит, смотрите вот в этом видео. Я их заказала на сайте Хофф онлайн еще в середине августа. И нам привезли их только к середине сентября. Ну, мы сходили, съездили с мамой на другой конец города, привезли эти полочки на метро. И теперь будем собирать. Как это будет выглядеть, сейчас вам покажу. Сегодня мне будет помогать Челсик. Как всегда, все под контролем у собаки. Да, вот так ложись. Вот. Паспорт давай посмотрим. Точнее, сборку. Что мы будем сегодня собирать? Все правильно? Да, я стесняюсь, говорит она. Я немножечко стесняюсь. Да, моя куколка. Так. Что тут у нас? Вот так будет выглядеть эта полка. Сюда надо вкрутить. Так, номер один делаем. Ну что, находим болтики. У нас вся фурнитура. Вот сюда ложись. Вот сюда рядышком ложись. Тебе принести какую-нибудь пленочку, чтобы ты легла на пледик. Сейчас. Идем, возьмем. Иди сюда. Ложись. Челси. Что это такое? Это болтики? Болтики. Надо вставить эти болтики. Все правильно? Сюда два болтика. И сюда два болтика. Все правильно? Все правильно? Курочка моя маленькая. Давай, иди сюда. Вот, ложись. Ой, как хорошо у камина лежит наша девочка. Так, ну давай, что тут дальше? Ну, наверное, вот так. Так, во-первых, вот этой стороной внутрь. Значит, вот так. Так. И этой стороной внутрь. Так. Так. Да, все правильно. Все правильно, Челсик? Все правильно, говорит Челсик. Так, ну что, я немного поняла. У нас, оказывается, панели, полка, называется Y8B. Она выглядит вот так. Вот она Y8B. То есть очень длинная, по-моему, она 1,5 метра в длину. И тут 5 как бы чопиков будет, в которые будет вставляться задняя. Так, это понятно. А вот что вот с этой фигней, как она называется? Отгиб. Тут почему-то 4. А тут всего 2. И тут написано «Переломите планку». Это как вот это вот железо можно переломить. Ну, что-то гнется, конечно. В общем, я пока, наверное, это прикреплять не буду. Придет мастер вешать нам полки на стену и правильно все сделает. Поэтому сегодня только соберу вот эти шурупы, вставлю, сюда вставлю. Вот эти вот большие. И навешу одну полочку на другую. Максимальная нагрузка на щитовую полку 10 килограмм. Ну, значит, просто вкрутить как-то придется. Да. А, наверное, еще с той стороны и вкрутить. Да, сюда просунуть. Ладно, сейчас сделаем, посмотрим, как это все. Ну, вот я наметила план работ. Все эти болты надо будет вкрутить сейчас. И, в принципе,
только приделать вот эту вот доску к этой и оставить до прихода мастера, когда мы будем вешать это все на стену. Поехали! Вставила все болтики, немножечко плашмя пока лежит эта полочка, ну вот такая она будет. Осталось только вкрутить вот эти штуки все, и в принципе можно будет вызывать мастера. Надо прикладывать, чтобы это все закрутить. Осталось вызвать мастера, чтобы он нам это все вот так вот прикрепил на кухню, на нашу фиолетовую стену, которую мы покрасили как раз вот для этих белых полочек, куда мама поставит все свои любимые кружечки. Челс, принимай работу, иди сюда. В этом мне сегодня помогала Челси. Кто у нас такая Челси? Челси у нас красавица. И еще Мася. У нас есть еще у Челси дочечка маленькая, Мася зовут. Да? Все в порядке? Все правильно мы сделали? Все правильно сделали. Ух, да, отдай мне мою дочечку, и я пошла. Пока-пока. Нет, не уходишь? Иди сюда. Юная помощница. Иди вот сюда ложись. Ложись рядышком, не? С Масечкой. Масечку берем и ложимся. Давай, иди. Нет, я с тобой хочу посидеть. Я с тобой буду. Я с тобой рядышком. Ну, молодец. Молодец.